Всем привет! Меня зовут Василиса, и в этом видео я сделаю еще один обзор на коробочку Petit Voir. И это коробочка за месяц июль. Хочу сразу сказать, что я буду меньше делать обзоров на коробочки, буду делать только те обзоры, которые мне кажется, будут более интересные для зрителя. И, предположим, данная коробочка мне очень понравилась, поэтому мне захотелось поделиться обзором на нее. Но эти обзоры не занимают достаточно много времени, и мне хотелось бы рассказывать о различных брендах, которые я пробовала, о каких-то своих покупках, давать какие-то советы, которые вдохновлены моим жизненным опытом. И, в общем, да, буду те коробочки, которые не особо выдающиеся, буду просто сортировать продукты на какие-то фавориты, не знаю, на совершенно ужасные продукты на выброс. В общем, буду вот таким вот образом уже делать обзоры, чтобы было как-то более интересно, нежели просто обзор одной коробочки на другой коробочке и коробочкой погоняем. Ну да, как я уже сказала, эта коробочка мне очень понравилась, и давайте перейдем к обзору. В коробочке 4 продукта, первым из которых является вот такой вот кремовый тинт для губ от фирмы Modern Minerals. Данный продукт стоит $20, не очень дешевая цена, но в принципе достаточно хорошие ингредиенты, куча экстрактов различных, куча масел, он очень такой пигментированный, вот в этой баночке, но он не такой пигментирован на губах. На губах он более прозрачный, с вот таким вот очень красивым оттенком. Хорошо губы увлажняет, очень приятный на вкус. Губы. В общем, да, мне по всем параметрам понравился данный продукт. Единственное, только я не люблю пальчиком залезать в баночки по различным причинам, по причинам гигиеническим и потом, чтобы нигде не заляпать одежду. Так что да, с таким продуктом приходится всегда с собой иметь кисточку, и это единственный, наверное, недостаток, но во всем остальном мне блеск очень-очень понравился. Следующий продукт от фирмы My Couture. Это такие бумажные салфетки для лица. Они стоят $10 и пропитаны маслом розы. Вот такие вот розовенькие. Достаточно приятно пахнут, но я даже не уверена, если это запах розы, хотя может быть. Обещают не только убирать жирный блеск с лица, но также иметь небольшой антивозрастной уход, помогать в борьбе с морщинками, с гусиными лапками. Ну, честно сказать, я не знаю, насколько это так или не так. Я думаю, что данный эффект эти бумажные салфетки имеют, потому что они пропитаны именно маслом розы. Но я считаю, что данный продукт должен быть в косметичке. Если вы не любите с собой носить пудру, то это очень-очень классный продукт на лето. И да, мне нравится, поэтому могу тоже посоветовать. Следующий продукт идет такой вот пробной сэмпл версии от New Body. Это салфеточки, пропитанные маслами, в основном маслом кокоса. Вот такая вот достаточно большая салфеточка. Вот таким вот образом выглядит обычный кружок. Хлопковый. То есть, да, эта салфеточка пропитана маслом кокоса, и, как вы знаете, масла очень хорошо растворяют даже водостойкий макияж. В данном пакетике было две салфеточки, ну вот одну я уже использовала, осталась еще одна. И могу сказать, что, да, хорошо снимает макияж, и единственный, может быть, недостаток, это после использования данного продукта все-таки остается такой жирный блеск, масляный немножко остается на лице. Но, опять же, я рассматриваю такой продукт как
первоначальный шаг для снятия макияжа, и потом, естественно, я использую клинзер, так что данный жирный блеск убирается. Вот, но, ну, может быть, не очень такая, прям уж таки, доступная цена, потому что две салфеточки это $4, и я думаю, что, в принципе, при том, что мне продукт понравился, легко можно пропитать обычные кружочки маслами, накапать масло кокоса, либо любое другое масло, которое подходит вашей коже, и с таким же успехом убирать макияж с лица. Но с точки зрения качества продукта он мне понравился. И последний продукт в данной коробочке это вот такой тоже сэмпл парфюма от фирмы My Daughter Fragrance. И данный аромат Bloom 23. На самом деле в данном аромате все те ноты, которые я очень-очень люблю. Это гордения, иланг-иланг, жасмин и ваниль. То есть запах, конечно, очень-очень для меня приятный, очень цветочный, мне очень подходящий. Это не дешевый парфюм, я бы даже могла отнести цену больше к такой люксовой. Данный сэмпл стоит $2.5, а большая версия стоит $85. И да, очень приятный. Мне показалось, что он не очень стойкий, то есть часа через 4 я уже на себе этот запах не ощущала. Но также есть теория о том, что те запахи, которые вам подходят, вы их перестаете ощущать. То есть другие чувствуют эти запахи, а вы перестаете. В общем, не знаю, так это или не так, но опять же, когда используешь сэмпольную версию, вот не именно пульверизатор, да, а вот сэмпл такой, бывает, что просто продукта недостаточно много, чтобы он держался весь день. Но, в общем и целом, очень-очень приятный аромат, очень летний, очень женственный. Ну вот, в общем, так быстренько по всему пробежалась, про все рассказала, и надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вы останетесь на моем канале, подпишитесь, и мы с вами встретимся в скором времени в следующем видео. Все, целую всех, пока! Хорошего дня!